Привет! Сегодня мы пригласили гитариста-подводника, профессионального игрока в триньку, парня, который раздает флаера и лещей по лицу, акушера-жонглера и поющего ведущего. А теперь угадай, кто есть кто. Смотри шоу «Well Done». Привет, меня зовут Вильдан Милуш. Это шоу «Well Done» будет сделано. Вы могли в это время посмотреть бой Хабиба с Конором, могли посмотреть финальный матч Барсы с Реалом, но вы здесь, вы смотрите финал шоу «Well Done». Мы начинаем! Итак, у нас до финала дошли две команды. Начнем с левой команды от меня. Это команда «Сборная юмора». Левая команда. Не левая, а слева от меня всего лишь. Ладно, не говори много, это Барсек, вы его знаете. Ну что, финал, мы играем с крымскими моделями. Вообще, я каждые выходные играю с крымскими моделями, но это уже совсем другая передача. Давайте посмотрим. Это Никита. Привет, меня зовут Никита. Сегодня финал, мы играем против команды крымских моделей. Модели это, конечно, красиво, но наш юмор гораздо красивее. Поэтому у нас два в одном, мы победим. А вот он, Вова. Друзья, я Владимир Афанасьев, и это финал. Мы играем против крымских моделей. На самом деле мы не переживаем, потому что мы их видели. Такое впечатление, что девчонок заказали на AliExpress, а пришло прям не то. Ну или заводские настройки у них. Ну, чё, просто победа. Это ваш... Извините, это врождённое. Боевой клич «У». Умничка. А напротив вот этих вот приматов очаровательные девушки. Наши очаровательные модели. Это Кристина. Всем привет, меня зовут Кристина, я представляю команду крымских моделей. Сегодня мы играем против КВНщиков. Я слышала, как они шутят, поэтому победа точно наша. Это Алина. Привет, я Алина Мот, я из команды моделей, и сегодня мы играем против... Кого? Против КВНщиков. Мне 18 лет, я понятия не имею, кто это, но бабуля говорит, вроде смешно. И рядом с ними Линие. Всем привет, меня зовут Линие, и я играю за команду моделей. КВН — это смешно. Смешно будет проиграть этим КВНщикам, поэтому мы победим. И рядом с вами, и со мной, вот он, наш диджей Денис Епаров. Итак, все как всегда, для начала нужно придумать название командам. Один представитель от вас, один представитель от вас. Тот, самая быстрая рука Крымского побережья, Барсек. Я хотел сразу сказать, я на всех трех передачах в одних кроссовках не специально. У меня есть другая обувь. Просто так получается. Это случайно. Да. Поехали на Су. Е. Па. Я смотрел ей в глаза, я знал, что она сделает. Итак, избушка на курьих ножках, это классика. Избушка на курьих ножках? Да. Это мы? Да, это вы. Избушка на курьих ножках? Да. Прикол, понимаешь? Окей, избушка на курьих ножках, это девушка. Я не забуду. А мы команда Why? 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 Будет Why. Молодец. Это команда Why. Молодец. Все. А у нас первый конкурс называется «Поисковик», все по традиции. В поисковую систему вбили словосочетание некое, и нужно бы узнать, что поисковик выбил в топе запросов по этому слову. Начнем с вас. Я вбил слова «как мне». Итак, давайте-ка от вас один командный ответ. «Как мне?» Вы думаете тоже, следующий от вас. Бросить девушку! «Как мне?» Бросить девушку, это же там должно быть, дружище. Это же твой поисковик. Плюс 3. Но такого ответа там нет. Девушки, как мне? Бросить курить. Как мне? Нет! Как мне? Никита сказал, что продолжаю поисковик Вильдана похудеть. Это он про тебя говорил, но здесь... Нет слова «похудеть», да. Есть такая песня «Как мне быть без тебя». Да, плюс 5. Что-то у вас есть, нет? Вопрос. Давай. Там есть еще... «Как мне быть». Да, «Как мне быть», плюс 5. Да. И последний еще от вас ответ. Сейчас девушки ответят. «Поступить».
Нет. Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть. Как это все надо ехать. Есть такая песня, знаете, да? Девушки, парни, вы молодцы, аплодисменты. Идем далее. Идем далее. Следующее для вас. С вас начинаем. Что делать, если... Коллективный ответ. Падают волосы. Падают волосы. Выпадают волосы. Сейчас ее озадачили меня. Это мой поисковик. Так. Нет. О, хорошо. А какой там у нас вопрос вообще был? Что делать, если... Что мне делать, если меня бросил парень? Если меня бросил парень... Нет, братан, там такого нет. Нет. Ага. Нас очень интересно. Что делать, если... Залетела? Если я забеременела в 10 лет. Плюс 5 баллов. Что делать, если нет денег? Что делать, если нет денег? Что делать, если нет денег? Не интересуешься деньгами. Нет, 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 нет. Что делать, если завис компьютер? Нет, но с компьютером чуть-чуть угадала. Что делать, если скучно за компом? Плюс 3 балла у вас есть. Итак, девчонки молодцы, парни молодцы. Вам аплодисменты. Да. Итак, продолжаем. Далее нужно узнать счет, чтобы идти к следующему конкурсу. Денис, озвучь баллы. Так, у нас появляется лидер, завязывается борьба, и впереди у нас девчонки со счетом 13. 13, девчонки, да. А у парней всего лишь 8. Ох, целых 8, парни молодцы, да. Хотите яркий праздник? Идея, свет, звук, сцена, агентство. Большая перемена. Давайте-ка идем к следующему конкурсу. Давайте-ка попробуем на языке вертеть эти песни, которые я вам хочу сейчас дать прочитать. Все очень просто. Текст русский. Этих песен я перевел на несколько, огромное количество языков. И потом вернул опять к русскому. И русский текст читаю. Вам нужно угадать, что это по смыслу. Давай-ка с вас и начнем. Давай. Если ты помнишь, если ты узнал эту песню... Можешь петь. Крикнешь «Вай». А я могу так сделать? Да. Ой-ой-ой. Давай, вставай. А, напевай, поехали. С доставкой мебели на улицу. Удобное кафе, где находятся солдаты. Давай. Да. Уютное кафе. Елка, да. И что? Елка. Да, да, это елка, Прованс, да. Молодец, молодец. Просто... Ой, прочитал дальше, я не озвучил. Девчонки, да, нет, кто из вас? Я читаю очень медленно. Там просто солдаты, я думал, сейчас паровозом чисто прямо Итак, на границу, но нет. Тихо, внимание, слушаем. Полетит на землю, я хочу все это. Моя мечта о вселенной, полетит на землю, я хочу все это. Моя мечта о вселенной... Избушка на курьих ножках. Да. Это есть песня такая «Я хочу, так хочу». Нет, не оно? Может быть и есть, но это не та. Идем далее. Лично ее песня. Хочешь увидеть весь мир в его руках? Тигр, переднее колесо 21. Вай! Избушка на курьих ножках! Вай, первый был. Мой братан Тигр, Тимати. 24 на 7. Тимати. Это L1. L1, да, L1, да, это L1, это L1. Все верно, 5 баллов есть, да. О, хороший дой выиграл. Это... Громче сделай, пускай Барс потанцует. Хватит ты, убирай свои танцы, все. Хотел баллы дать, но ты меня засмущал. Кто от вас идем? Давай, 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 Вовчик, давай. Размялся? Глаза размял? Открывай, да. Поехали. Опа. Читай. Поэтому сегодня я чувствую себя особенно кипящим. Они сказали, но я их Вай. Не видел. Да, кто? Нет, ничего. Давай. Ну давайте, может, попробуем. Особенно пой, сегодня пой. Люди очень непослушные. Они сказали, но Вай. Я их... Ну, Сансара Баста, нет? Нет. Нет. Но я их не видел. Особенно сегодня звезды. Я вижу, да. Особенно сегодня чувства кипят. Нет, говорят, да, но да, я да, не вижу их. Да. Это кто? Это кто? Это Евгений Монатик. Да, Монатик. Евгений Монатик. Эндорфины, Монатик. Эндорфин пошел, и фантазия пошла. От вас кто? Давай. И пой. Как изменить расстояние? Сообщите нам, какой вывод ночи. Он появится на мемориале. Да, но вы сказали, тебе больно? Я с вами поэтому давайте идти на небо, путь к небу. Два влюбленных месяца, shine для отмены тревоги. Открывается занавес. Я могу разорвать Вай. Цепь, прийти. Да. Спектакль окончен, гаснет свет. Нет. Я могу разорвать цепь, притягиваться, говорит. Да я вас уверяю, мы будем работать с вами, чтобы гепард, вот. Вай. Но это панда по средству. Мы будем работать с вами. Правда? Стой, Панда. Он успел первый, ты продолжила читать. Это, ты думаешь, что это? Это есть, ты ну, меня так... что там от гепарда. Да, это да, но они были первыми. Да, это были 5 баллов, да. А почему? Потому что мы...
старые, но знаем современную музыку. Да. Ладно, хорошо. Да. Это правда. Давайте узнавать счет. Кто-то должен вырваться вперед, наверное. Говори. Так и есть, Вильдан, и вперед у нас вырывается команда Вай. Вай. Сколько? 23 балла, ребят, 23. Молодцы! Ну а у наших замечательных красоток 18. Ей, 18, неплохо. 18 хорошо, когда 18 классно. Да, так говорил один человек. Девчонки, мальчишки, их родители. Смотрите, у нас сейчас будет конкурс «Это что за покемон?». Один человек от команды выходит, как всегда, сзади него стикер, есть минута, чтобы угадать. Вопросы любые, ответы только «да». Или нет? Я готов. Ну давай, идем. Аплодисменты, Барсек. Он первый, да? Да, Денис, готов? С Барсек. Барсек, готов? Стикер у нас уже есть. Тихо, не комментируем никак. Все готовы? Хорошо? И да. Минута пошла. Ничего лишнего. Русский? Не русский? Да. Да. Русский, из России? Да. А из России певец? Нет. Актер? Нет. Режиссер? Нет. Писатель? Нет. Спортсмен? Нет. Драматург? Нет. Кто? Давай еще писатель, священник, политик. Да. Политик. Путин? Нет. Жириновский? Нет. Зюганов? Нет. Навальный, прости господи. Нет. Кто из политиков? Это из какой-то партии? Нет. Да. У нас. Владимир Ильич Ленин. Это правильный ответ. Да, да, это да. Это моя игра. Это моя игра. Это 10 баллов. Досрочный ответ. Молодец, красавчик, Барсик. Да. Крис? Аплодисменты Кристине, сборной. Да, 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 да. Денис готов, стикер уже у нас есть. Минута пошла, поехали. Я девушка? Нет. Я мужчина? Да. Я актер? Нет. Я нет. Певец? Да. Я политик? Певец? Да. Да. Американский? Нет. Нет. Русский? Да. Из старой школы? Нет. Нет. Нет, новый, да? Типа там Фараон, да. ЛСП, да. ЛДЖ, Федук. Квадрат. Нет. Потом Баста, Скриптонит. Близко? Да, ну давай. Блин, Пика. Нет. ЛДЖ, спидмейкер, который давай, шейкер, бодимейкер. Фейс! Да! 10 баллов, Крис, молодец, умничка, давай, аккуратно. Знаешь что? Что? Ленин круче, чем Фейс. Чем? Стоп, аргумент, почему Ленин лучше, чем Фейс, потому что? Потому что твоя бабушка... У Ленина просмотров больше. Да. Окей, плюс 3 балла за эту шутку. Погнали. Денис готов, стикер у нас уже на стене есть, и мы готовы угадать. Никак не подсказываем эмоционально, ничего не говорим. Минута пошла. Я мертвый? Нет. Живой? Да. Американец? Да. Да. Именно с Америки, из США? Да. Да. Певец? Нет. Нет. Актер? Да. Леонардо Ди Каприо? Нет. Женщина? Да. Женщина. В каких, взрослых фильмах? Ладно. Нет. Анджелина Джоли? Да. Чего? Потому что армяне чувствуют красивых женщин спиной. Даже затылком, где она? Я сюда к ней. Она первый вариант, Анджелина Джоли. Да. Все, садись. Досрочный ответ плюс 10 баллов. Еще раз, да, мужчинам. Да, однозначно. Денис, готов, линия готова. Да. И поехали. Мужчина? Да. Актер? Нет. Певец? Да. Зарубежный? Да. Певец, зарубежный рэп? Поп? Да. Тимберлейк? Быстро! Это не певец. Назад. Нет. Это мужчина? Да. Певец? Нет. Актер? Нет. Рэпер? Нет. Писатель, поэт? Нет. Кино? Нет. Ведущий? Нет. Мужчина? Да. Ведущий? Не ведущий? Боксер? Нет. Рестлинг? Нет. Ну, гимнаст. Девчонки, вы топчик просто. Я пока не представляю. Он грузин? Это что такое? Это что за покемон? Он кролик? Баскетболист! Майкл Джордан! Уже понял, крокодил пошел. Девушка, аплодисменты, однозначно. Девчонки, знаете, можно сказать? Да. Если бы даже вы не отгадали, мы бы умоляли, чтобы ты засчитал им этот ответ. Давайте по-мужски решим сейчас. Они нас не слышат, у нас такой небольшой между собойчик. Пятерочку можно дать, да? Мы тут коллегиально решили вам 5 баллов за этот ответ. Девушкам аплодисменты. Раз, два, три, да. Прямо сейчас Денис нам покажет счет. Давай, говори скорее. Говорю. 33-46.
Радуешься. Конкурс называется «Это чье?». Нужно будет по тембру угадать, что это за человек. А тембр будет звучать в виде междометий, эканий и запинаний. Все как всегда в этом конкурсе. Денис готов, девушки и парни навострили уши. Первый человек поехал. Вань. Путин, Вань! Избушка на Путин. Путин. Конечно, Путин, Владимир Владимирович. Да, 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 у вас мы плюс 5 баллов. Все готовы? Поехали. Вань. Да. Рева? Да, это Рева! Аплодисменты Никите! Ей! Итак, нужно все-таки спросить у Дениса счет. Озвучь. Девчонки, рано расстраиваться. 33, боритесь. Ребята, 56. Ей, да, да. Да, верно, КВН, а рядом два стендапера. Итак, у нас конкурс называется «Дай списать», вы помните его правила, на всякий случай напомню. 5 баллов за правильный ответ, 3 балла минус. Слышите, да? Да. Потому что эти 3 балла минус вам отправились, не надо говорить в процессе того, как я говорю. 3 балла минус за пропуск хода и за неправильный ответ. Решайте быстренько, кто из вас будет выходить первый. Кто? Линье. Аплодисменты Линье. Так, хорошо. Держи. Итак, есть минута, чтобы нарисовать и отвечать на вопросы. Рисуем мы. Фантазируй, что может быть на нашем шоу подарком утешительным за второе место. Поехали. Кто придумал теорию вероятности? Теория вероятности... Пас. Эйнштейн. Самое соленое озеро в мире. Сейчас. Жанкой там есть. Пас. Мертвое. А какое озеро самое глубокое в мире? Байкал. Верно. Самые высокие горы в Азии? Гималай. Верно. Какую форму имеет Земля? Эллипса. Да. Сколько было мировых войн? 2. Верно. Кто предложил планетарное изображение планет? Не знаю. Ньютон. Какой ученый первым предположил, что Земля круглая? Галилео Галилей. Да. Кто был первым космонавтом, который полетел в открытый космос? Амстронг. Гагарин! Вследствие чего погиб Пушкин? Что-что? Вследствие чего погиб Дуэль. Пушкин? Дуэль. Это как называется прямая, которая выходит с вершины угла и делит его пополам? Биссектриса. Что это? Книга. Аплодисменты. Это было мило, да? Итак, мужчины, кто от вас, явно Никита, собой, это вопрос. Братишка, давай. Набоняли по ушам, непонятно, что теперь тебе делать. Братишка, Дон, Мерседес подарю тебе, давай, Дон. Итак, даю задание за минуту нарисовать предполагаемый приз за победу. Поехали. Самая глубокая впадина в океане. Марианская впадина. Верно. Самый большой остров. Гренландия. Да. Самый большой млекопитающий. Синий кит. Да. Органы чувств, перечисли. Человека. Зрение, слух, осязание, обоняние. Органы! Глаза, да. Уши. Да. Рот, нос. 3 балла даю. Сколько планет в Солнечной системе? Там же одну убирали, 8. 9. Какой по счету от Солнца является Земля? 3 планета. Да. Какая самая близкая звезда к Земле? Солнце. Сколько на Земле материков начинается на букву А? Перечисли. Материки. Австралия. Африка. Да. Если Северная и Южная Америка, да, то так, да. Все. Антарктиды не было, 4 балла есть. Сколько камер имеет человеческое сердце? 4. Да. Кто придумал телефон? Белл. Верно. Аплодисменты. Уф, горит еще, да? Ты думаешь, что будет телефон, да? Ладно, книга, возможно, вы угадали. Было просто это нарисовать, поэтому 5 баллов. Здесь особого художества не было тоже. 5 баллов я даю. Ну, честно, честно. Аплодисменты за рисунки. Будем честны, будем честны. Но интереснее услышать счет. Итак, Денис, озвучь. Итак, фотомодель набирает 53 балла. Да. Благодаря Никите, который, кажется, пришел к нам совсем из другой передачи, 97. Вай-вай-вай! Конкурс называется «Слышь ты». Все так же по правилам. Две песни сведены в одну. Каким образом? Музыка, инструментал из одной, а вокал акапелла из другой. Слепил я это все воедино. И теперь вам нужно будет догадаться, что это за исполнитель. Поехали.
Валь! Да. Это... Раз, два... Айкон. Три. Айкон, да! Плюс, плюс 20 баллов я тебе даю. Денис, Айкон. Поехали. Вай! Да. Говори. Раз, Бонни. Два. Бонни! Нет! Это не Бонни. Поехали. Вай! Да! Это Мадонна. Не. Да. Канап. Да, плюс 20 баллов. На 5? Нет, я тебе 20 баллов. 22, он честный, он честный. Я проверил. Теперь тебе минус 5 баллов. Ну, пожалуйста, не будет, все, не кипишуй. Денис, готов, девчонки, мальчишки готовы? Поехали. Вай, успела. Это Лепс. Нет, сотни. Нет, Агутин, Агутин. Агутин, да. Но. У вас один ответ на команду, да, вы понимаете, да? Да. Итак, поехали. Еще слушаем, угадали только лишь одну часть. Крыши частных сельских. Вай! Макс Корж! Итак, поехали, слушаем. Вай! Да. Это Queen, группа Queen. I want to break free. Queen. А аплодисменты да. Плюс 20, да, молодец. И дальше слушаем. И дальше слушаем внимательно. Валь, да. Это Максим. Нет. Как это не Максим? Я знаю, звучка на круг. Да. Серебро. Да. Ой, молодец. Итак, по итогам 20 и 20. Есть последняя песенка, давайте послушаем. Баска, шарманка, Баска. Ребята, давайте закончим. Я не могу, я серьезно. Можно я здесь пока, но я должен карму как-то очистить. Я сыграю один, давай. Напомни фейса чуть-чуть, фейса, формата. В моем сердце дырка. Все, не-не-не, я там дырка. В принципе, он может и один победить вообще. Я согласен. Не, ну шарманка. Ну что, давайте дальше. Шарманка плюс. Стоп, шарманка это однозначно плюс 20. А вот сейчас мне нужно не лай-лай-лай, не най-най-най-най-най, а либо название песни, либо слова этой песни, либо исполнителя. Прошу вас, слушайте внимательно. Итак. Вай, ладно, напела. Lil Pimp это. Нет. Lil Wayne. Никакой не Lil, там это Макс. Lil Максим, я не знаю, какой это Lil. Майкл Мор, это было, у вас вы напели. Давайте 10 баллов дадим за напевание. И все, девочки, 10 баллов. Денис, давай-ка, назови цифры. Цифры растут, напряжение вместе с ним, и наши девчонки на курьих ножках получают 123 балла. Молодцы. А команда Вай получает 177. Итак, за следующий конкурс, который называется «Крокоштой», традиционный крокодил, за пропуск кода, не знаю, могу отнять 30, могу отнять 20. За отгаданное могу прибавить 50, в зависимости от сложности слова. Если это слово «стул», то я 10 баллов дам. А если это гиперболоид, то, наверное, можно и сотенку набавить, да? То есть максимально честно, объективно. Все-таки гранд-финал. Давайте-ка от... С вас начнем, нет? Давай. С вас? Давайте с нас. Давайте. Разомрем. Крокодил. Поехали. Крокодил. Крис, давай. Давайте-ка угадывать. Минута готова, Денис готов, Крис готова. И раз, два, поехали. Удивление. Стаж, минус 10. Беременная, малыш. Дом? Роды. Выписка. Свидетельство о рождении. Да, 30. Юбка. 10. Рюкзак. Поход. Скалолаз. Альпинист. Хайкер. Поход. Дед Мороз. Санта-Клаус. Нет, не то вообще, ладно. Что там? Давай. Огонь. Огонь. Ну, что-нибудь говори. Первобытный. Жертвоприношение. Первобытный. Ну, быстрее. Че вы тупите, блин? Минус 10, турист. Ну, да что за слова такие, Валерий? Все. Это было слово «база». Это было тоже довольно сложновато. Не успела, ничего не минусуем. За это аплодисменты Криса. Есть. Здравствуйте. Сейчас девчонки втроем будут. Девчонки, давай, подожди, куда ты? Нет, ты хочешь, можем. Нет, давайте. Давай по очереди. А от вас кто?
Алина, Алине аплодисменты, поехали. Давай, итак, давай. Алин, давай. Минута по... уже началась. Ступень. Дирижер поет, рассказывает. Оратор. Политик. Оратор. Оратор, да. Этот, ступеньки, блин, да что... говорит он что-то, да? Политик. Президент. Это стихотворение, минус 10. Приседания. Физкультура. Физкультура. Спорт, отжимания. Да, спорт, плюс 20. Ого. Дубрава, минус 10. Порез. Вскрытие, вскрытие вены. Кровь. Самоубийство. Лезвие. Да, лезвие. Плюс 20. Табличка какая-то. Дерево. Дом, крыша. Дымоход. Дымоход. Это были куранты, минус 10. Фига, соберет. Стакан пьешь. Вода, жижа. Какао, Мада. Не успели показать, ничего не минусуем. По итогу аплодисменты. Алине, да. Ребятушки, извините. Ой, я не сбился. Не знаю, что это. Мы начинаем. Пузырь. Да. Да, плюс 20. Снотворное. Яд. Яд, да. Яд, да, плюс 20. Дождь. Непогода. Да, гроза. Плюс 30. Вау. Заду, мыслитель, философ, писатель, профессор, преподаватель, да? Ну как же он называется? Ученый. Мудрец, минус 10. Шов, шрам, змея. Шрам, рана, ранение, кожа, ранение, вскрытие, господи боже мой, порез, рана, шов. Ты медсестра, врач. Ты швея. Дальше. Да, времечко у нас подошло к концу. Давай подумаем. Давайте, еще. Давай подумаем. Стой, не показываем. Больше просто... Она раненая, да? Ну вот она показывала, что что-то, какие-то действия производились. И вот это вот все. Она сначала руку там зашивала, а потом что-то там... Медицинская помощь. Хирург. Почти... Три секунды даю. Но нет, это операция. Ладно, аплодисменты, девочка. А от вас кто? Я! Все так же. Я сейчас буду очень активный. Все так же, помнишь, да, за правильный ответ 2 балла, за неправильный минус 30. Итак, минута твоя пошла. Инвалид, коляска. Да, 20. Платье, снеговик, тюлень, мотоцикл. Фотосессия. Модель. Русалка. Да, 20. Телефон, смс, звонок. Вызов, подтвердил, согласие. Код. Код, да, 20. Консерва, что такое? Это ключ. Ювелир. А это циркуль. Да, 20. Офигеть. Это объятия. Смешная рубашка, полицейские. Взломали ОМОНовцы. Захват. Объятия, это обнимашки. Это... Сумасшедший. Это... Врач. Санитар. Да, 20. И давай, 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 успей. Зайчик, зайчик, да, 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 заяц, красава, успел. Все, 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 дзынь. Нет, еще можно было сказать, да ладно, давай покажу. Ты бы его показал? Ну. Это... Все, хватит. Брикет. Угадали? Брикет. Там я не знаю, как показать, что. Брикет, пакет, паштет. Я пойду. Кто от вас? Нам все по 20, даже за санитара. Ну, санитар просто у тебя какой-то странный. Ну, нормально, но. Поехали. Учитель, доска. Доска. Мел. Мел. Надпись, тема. Да, надпись, 20. Коктейль. Химия. Взрыв. Смесь, реакция. Химическая реакция. Это все. Облако. Опыт. Опыт, химический опыт. Реакция. Пробирки. Лаборатория. Лабораторная реакция. Лабораторная... Это был физик, минус 10. Мог бы быть 50. Да. Полка верхняя по холодильнику. Шкафчик, холодильник. Шкафчик, холодильник. Кондиционер. Окно, 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 форточка. Да, 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 30. Давай, ну. Звонок, звонок, звонок. Дверь, вход, 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 вход. Коридор, коридор. Да, 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 20, молодец. Коридор. Окно. Это не окно. Воздушный змей, воздушный змей. Парус, парус. Огонь. Я, давай просто посмотрим на него. машина.
Окей, все. Да угомони, тележка, не? Это что? Это... Тележка. Безобразие. Это знак. Показал бы, когда я... Чё ты сразу не сказал? Я вам аварийный знак показывал. Какой машина знак? Попал в аварию, достаю аварийный знак, вот. Автомобилист. Меньше пропускай, давай, нормально. Минута пошла. Лабиринт, жаба. Да. Жаба. Царевна лягушка, жаба, лягушка. Жабры. Ну, ой, 30. Хорош. Попрошайка. Милостыня. Бедняк. Бедняк. Нищета. Прокаженный. Нищий. 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 Нищенство. Бедный. Нищенство. Нищебательство. Там нищ корень. Нищий. Бед... Бедный. Бедность. Бедняк. Бедный. Да, 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 30. Аристократ. Эстет. Модник. Стиль. Хорошо. 20, есть, да? Спасибо. Бухает, алкоголь, стакан, граненый, да, стакан. Да, 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 20. Конь, конь. Наездник, всадник. Наездник. Кобыла, лошадь. Кобыла, лошадь. Корова, бык, стойло, конюшня. Да, да, сюда, сюда. Давай еще одно. Все, все, все. Ну, это прикольное слово. Это было 30. Конюшня, это было топчик вообще. У меня типа сахарок дайте мне. Ты прям по-настоящему как конь игривый, там слюной немножко запачкал. Это актерич. Хорошо, ну, конечно, да, братан. Ну, дом коня, ну. Дом коня. Напряжение, да, растет, растет, растет. Озвучивай цифры, давай. Итак, наши замечательные фотомодели набирают 213 баллов. Да. И это серьезная цифра, если бы не Вай-Вай-Вай со своими 487 баллами. Пацаны, ну это просто. Сейчас очень быстро можно. Сейчас минус 700. Хотите яркий праздник? Идея, свет, звук, сцена, агентство. Большая перемена! У нас следующий конкурс называется «Блиц-шприц». За него, в отличие от других активностей, я буду давать по 100 баллов. Линия, начнем с тебя. Почему? Не знаю. У тебя память хорошая. 5 секунд, чтобы ты назвала. 3 марки машин на букву F. Феррари, Форд. 1. Все. 70 баллов есть. Ладно, хорошо. Фиат, окей, Фиат. Фольксваген. Фиат, Фольксваген. Фольксваген. Да, да, да. Блиц-конкурс это прям твое. За 5 секунд. 3. Компьютерные онлайн-игры. 5. 4, 3, 2, 1, да, все. Дота 2, ну, не важно, уже 70 баллов есть, окей, хорошо. Есть. 70, зарабатывает, да. Итак, 5 секунд даю. Назови мне, пожалуйста, 3 песни Басты. Сансара, Мастер и Маргарита. И ты та, ты та, ты та, что всегда была рядом со мной, но я... Ты та, есть такая песня. До этого, до последнего. Мастер Маргарита. Назови песню. Не, ну все было, Мастер и Маргарита. Есть, да, молодец, красава. Ты та, первый огонь. Мой любимый просто... 100 баллов. Дружище, коли мы спрашивали у девушек, что такое, про что-то про машины мужское, дай тебе немножечко женских вопросов. Итак, назови, пожалуйста, за 5 секунд 3 вида... Окрашивание волос. Значит, 5, это амбре, 4, милирование 3, и простой окрас, 2, чувак. Он тоже считается. А простой окрас есть такой? Просто, да? Окрас. Тонирование. Просто, нет, окрас, это, да, не простой. Блин. Простой окрас это забор. Ну, амбре, да, милирование. Амбре, милирование. 2, 70, это было круто. Я не пробовал милирование никогда. Вопрос будет простым, поэтому нужно назвать не 3, а 5. Не 3, а 5. Хорошо. Это очень просто. Это честно, да, это честно. За 5 секунд 5. Фруктов на букву А. 5. Апельсин, ананас, 3, абрикос, 2, арбуз. Арбуз это ягода, а не фрукт, поэтому не 80, а 60. Ну, 60 это тоже круто. Да, молодец, да, 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 да. Они прям в шоке. Мне и последнее. Тебе задаю. Все, давай, погнали. Готовы? Нет. Это ничего не поменяет. За 5 секунд назови мне, пожалуйста, 3
художника с фамилией на букву М. А, Микеланджело, Мане и Михалков. Михалков. А был такой, потому что его картины потрясающие. На самом деле. Как художник. Давай десяточку. Я думаю, что... Да, 70 баллов у него есть, плюс за Михалкова десяточка 80. Есть! Итак, противостояние наше уже завершилось. Озвучь, пожалуйста, баллы. Итак. Так, баллы, набранные по итогу всех конкурсов у наших команды девчонок «Куриные ножки на куриных ножках» собирают 453 балла. Ну а команда юморная «Вай-вай-вай» 697! Итак, ребята. В первую очередь хочу пригласить сюда девушек, сказать им спасибо. Девчонки, вы великолепны. Задумайте о себе, да, сто раз. Да, можно. Давайте можно. Так поаплодируем. Девчонки, молодцы. Девушки, помните. У нас есть целый сборник интересных книг. Люди, которые играют в игры, понять мотивы собственных и чужих, там чего-то там, психология человеческая, в общем, по самореализации, саморазвитию, Карнеги и так далее. Девушкам это пригодится. В любом случае, они не только красивые, но и умные. Девушкам аплодисменты. Умные. Девушки, присаживайтесь. Спасибо. На самом деле счет неправильный. Ну, мы там, с 500 выиграли. Выходите на сцену. Шампанское. Может, мы все равно скажем, что девушки были соперник, с которым было приятнее и тяжелее всего играть. Наконец-то за все эти шоу приятно было смотреть на ту сторону. Пусть это неправда, но... Шутите вы по-прежнему так себе, сборники анекдотов вам пригодятся. О, у меня есть такой. А где 50 тысяч рублей? Смотри, сейчас как делаем. Разворачивайтесь к плазме спиной на полном серьезе, немножко ближе. Да, чтобы не видели подарок. Вот вам самый важный. Ты как раз хотел начать строить дом. Да. Спасибо, друг, спасибо. Я... Понимаем, что от сердца отрывает. Оторвал от собственной стены кирпичи специально для вас, ребят. А можно роспись? Да, сделаю. Мультизадачные, мультимедийные. Идемте, девчонки, тоже сюда. Идемте тоже на сцену. Все вместе. Кирпичи, сюда, здесь. Мальчишки, девчонки, все. Ребята, это был финал шоу-проекта. Well done, это финалисты, они самые лучшие победители. Юмористы, всем спасибо. Мы завершили. Встретимся в следующем сезоне. Пока! Давай, Да.